Собирайте только те грибы, в которых вы на 100% уверены. Масленок полуношковый встречается преимущественно в кедровых и лиственных лесах. Период плодоношения – с августа по октябрь, предпочитает почвы в горной или низинной местности. Шляпка у масленка полуношкового эластичная, тонкая шляпка сначала имеет колокольчатую форму, затем становится выпуклой и плоской с волнистой поверхностью у зрелого гриба. Цвет шляпки в процессе созревания гриба изменяет от бурого до ржаво-красного и желтого. У основания ножка почти корневидная, в центре утолщенная, полностью полая. В дождливую погоду полость ножки масленка полуношкового становится водянистой. В верхней части ножки можно заметить клейкое кольцо, которое вскоре становится клочковатым. За полую ножку гриб получил название масленок полуношковый. Условно съедобный гриб, четвертой категории пищевых качеств, употребляется в сушеном или свежем виде. Грибники не считают гриб ценным из-за его мякоти, похожей на резину.